Успеть заплатить налоги. Завтра истекает срок уплаты физическими лицами имущественных налогов. Это транспортный, земельный и налог на имущество. До 24 часов 1 декабря еще можно успеть сделать это без просрочки, уточнили в Федеральной налоговой службе. Начиная со 2 числа месяца образуется задолженность. На сумму неуплаченных налогов автоматически начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки платежа. Оплатить налоги можно любым способом. Через отделение банков и их терминалы или воспользоваться сервисами на сайте Федеральной налоговой службы России.